Более 200 самбистов России и Казахстана стали участниками 19-го турнира на призы заслуженного мастера спорта Советского Союза, почетного гражданина города Омска Александра Пушницы. Спорткомплекс «Красная звезда» поздравить Александра Михайловича с открытием престижных соревнований приехали многочисленные почетные гости. Мы гордимся, что уже 19-й раз на нашей земле проходит этот уникальный турнир. Он дает спортсменам возможность в честной, справедливой борьбе проверить свое, повысить свое спортивное мастерство. И особо приятно, что этот 19-й турнир предюбилейный проходит год 80-летия самбо Российской Федерации. Приехало очень много моих друзей. Турнир такой очень праздничный, потому что турнир нужен городу, нужен области. Пришли представители правительства Омской области, пришли городской администрации, министерства, департамента культуры, спорта, молодежи, политики. Поэтому мне очень приятно. На торжественном открытии турнира министр спорта Омской области Дмитрий Крикорианс вручил долгожданные значки и удостоверения мастеров спорта России самбистам Артему Матеко, Ивану Сапивскому и Максиму Якубюку. Это очень важно для популяризации и мотивации спортсменов в целом достигать каких-то. Вот когда я награждал сегодня ребят, я им желал еще пару значков получить, то есть международников и заслуженных мастеров. Поэтому я считаю, что вот эта традиция, которая у нас есть, проведение этого турнира, это очень большое достижение, которое позволяет нам смотреть в будущее. Медали разыгрывались в 13 весовых категориях, 9 в спортивном и 4 в боевом самбо. Честь Омской области отстаивали представители спортивных клубов, школ, а также сильнейшие самбисты высших и средних учебных заведений региона. В итоге наша команда выиграла 9 медалей. Обладатель золотой награды – Амич Вячеслав Лобанов. Приятный бонус к победе – выполненный норматив мастера. Поединки были сложные, соперники били крепко. Александр Айманов, Республика Алтай. Слава Богу, все благополучно закончилось за меня. Вот, и я выиграл, одержал победу. В следующем году турнир на призы самого титулованного самбиста планеты Александра Пушницы будет 20-м, юбилейным. А значит, праздничная атмосфера, яркие поединки, новые имена, несомненно, порадуют амичей и гостей нашего города.